Находимся на Канарских островах в городе Санта-Крус. Место рыночек. Цветы, цветы, цветы. Интересно, сколько у них цветы стоят? Сейчас просто спешу. Примерно. Допустим, тюльпан. Или вот. Нету цен, да, вообще? Ладно, просто для интереса хотел узнать. I'm sorry. How much is this? 50 cents. Это сколько? One euro, two euro, half euro. 50 centimes. 50 centimes. 50 центов. А, окей. Не, gracias. 50 centimes. 50 центов. Да, просто для информации, чтобы примерно знать. О, смотри, какие тут у нас колбасы. Это по килограммам они идут или как они идут? Да, да, по килограммам. Так, сыры, друзья, вот такие вот 13,5 евро килограмм, 25 евро килограмм, вон та штука какая-то. Вот это вот, я не знаю, что это, но Альмогротте Казеро, Кассеро называется. Мясо. 50. Но я думаю, что то мясо нормально дороже стоит, вот эти штуки. Копыта. Курицы 6,45 килограмм. 5,50 килограмм. Вот это вот филе 9,480 килограмм. Но вот это 25 евро стоит килограмм. То ли языки, что ли, что-то такое. Сколько здесь специй? За 2 евро вот такая вот специя. Такая тонкая, но здесь нормально. Сколько здесь грамм? Непонятно, сколько грамм. Очень большое количество разных специй. По евро 30, евро 50. Так, это что за Амстердам здесь у нас? Чеснок, фасота. Специй очень много, у них разные травы. Какой здесь только травы нету. Эти высушенные перцы, если я не ошибаюсь, конечно. Домина. Ходжа или хоха, петрушки, в общем, что-то это, ну, пахнет здесь, а вот бананы здесь есть. Слушай, это что такое вообще, это что? Ну, это всякие травы, приправы и травы, я так понимаю. А? Ну, вот, а бананы, это какое отношение имеет? Это типа их сажать надо или это просто? Нет? Нет? Да, очень много трав. Сушеные, свежие там. Так, здесь вкусняшки, мороженые. Колбасы, сыры. Ну, интересный рынок. Такой красивый рынок. Нету вот этой грязи. Какой-то чистый такой, аккуратный. Да, и не воняет. Да, и не воняет здесь. Своеобразный рынок немного.
друзья, вот это я не знаю, что это, но здесь можно прочитать хоризо или чоризо, астуриано. 10 евро килограмм вот этих штучек стоит. Фан за евро килограмм, фрукты, груши 2,5 евро, лук 2,35 евро, мандарины, клубника какая здоровая, вот огромная, 4 евро. А это маленькие мандарины, маленькие. Рубль 55, чуть побольше, евро 65. Помидоры рубль 10, паттайя 1,5 евро, киви 2,15, яблоки евро 40, лимон, лимон пишется, оказывается, лимон, евро 60. Такие вот цены на фрукты, но такие клубника просто огромные на самом деле. Деньги и срывают. Фресос. Фресос. Клубника фресос называется. Я так думаю, что цены здесь, в общем-то, одинаковые почти везде. А плюс-минус немного туда-сюда. Манго 9,80 стоит килограмм. Гранаты 2,90. Вот эти маленькие помидоры, кстати, вкусные здесь. Так, вот эти вот неизвестные лично мне фрукты, я не знаю, ел я такие, не ел, но я не помню, 3,95 стоит. Здесь в Испании я такие точно не ел. Черешня, цереза, 9,80. Ничего себе. Здоровая, кстати, черешня такая. Не маленькая. И клубника огромная, 3,50. Вот зеленые такие, темные помидоры, тоже они, кстати, вкусные помидоры. Цены нету. Сливы 3,75. Дальше. Морковка 1,5 евро. Это евро 95. Не знаю, как на русском это называется, не помню сейчас. Стоит 95 евро. Это горошек 5,50. Рубль 10, большие помидоры. Бананы неизвестно. А бананы килограмм евро стоят. Не знаю. Дуцумо какой-то. 6,50 стоит килограмм. Что это такое, я лично не знаю. А вот бананы, смотри, какие. 3,25 стоят. Дорогие-то. Канарские какие-то бананы, да, зеленые еще. Эти огромные помидоры. Евро 40. Тут уже картофан пошел. Главное, сколько видов картошки здесь. Рубль 20 евро, 25. Там наверху какие-то вообще непонятные вещи. Я не знаю, что это. 2 евро.
рубль, евро 60, вот эти штуки стоят. Лук евро 90 стоит. Вот эта маленькая картошка 5,60. Уже вот эта картошка рубль евро 25. А это 1,5 евро. Это 4,80, красная какая-то картошка. 4 евро. Евро 80, 2,20, 2,70. В общем, огромное количество разных сортов картошки у них тут. Не знаю, для чего это. Может сажать или еще для каких-то целей. Скорее всего, эти маленькие для того, чтобы сажать, а большие, чтобы есть. Я думаю, примерно так это все. А, вот такой вот рынок. О, сладости какие тут. Евро 25, евро 25. В общем, одна пирожка стоит около 1,5 евро примерно. 1 евро, 1,5 евро. Самые пирожки вкусные были в Греции. Это я до сих пор пока утверждаю. Потому что они реально там были самые вкусные. И, кстати, недорогие тоже. То есть по ценам дешевле, чем здесь. Ой, здесь специи. А, виноград 3,40. Клубника огромная, вообще огромная. Видела там какая она? Так, пойдем посмотрим, что в этой стороне. О, какой базарчик, смотри. С эскалаторами. Очень красиво, видишь, эскалаторы тут. Сделан такой модный базарчик, навороченный в центре какой-то. Этот есть для детишек. Здесь разные ерунда продается из Тайваня, Таиланда и Вьетнама за по евро, это поскольку. Так, а что у нас в этой стороне? Сыры, сыры. Это мед. 5 евро. Мед 5 евро, да? Может, местный какой-то мед? Здесь же можно и, я так понимаю, подзарядить или телефон, или карту. А, окей. Сейчас попробуем сырочек. Здравствуйте. Кстати, классный сыр. Очень даже вкусный. Я не знаю, какой именно сыр она дала, но сыр реально вкусный. Так, эти какие-то штуки. Типа пельмени или вареников, что-то такое напоминает. Стоит 65 центов. Не знаю, или за 100 грамм, или за одну штуку. Не, одну штуку вряд ли, конечно, но не килограмм точно. Все написано здесь, только надо уметь читать. Там пельмени какие-то продаются у них. А, это равиоли, да? Это итальянские? Испанские, итальянские. Так, пойдем вот так сделаем. Сужок. Здесь что у нас? Какие-то кафешки, мне кажется. Я думаю, что здесь можно перекусить перед выездом. Или здесь что-нибудь взять, дорогу, чтобы... О, какие кусманы мяса. 8,90. А что за мясо, интересно? Свинтус? А что это? Корова? Теленок, да? А вот здесь свинтус лежит, смотри. Они все это вместе смешивают, главное. Thank you.
Очень оригинальный базар. Чистый, красивый, аккуратный. Вот здесь тоже. Ну, здесь, я думаю... Чисто фрукты, овощи. Ага, да-да. Ну, это значит, говорит о том, что там на пару центов дешевле, чем то, что мы сейчас прошли. Скорее всего, я так думаю. Здесь разные закрышки. По 3 евро сладости. Лазос. Не могу вспомнить, какую-то я штуку ел в этом, в Италии. Пирожная такая сладкая, какой-то чирзозоны или что-то такое. Она похожа была на этот лазос. Если она здесь продается, я бы ее с удовольствием взял. Могли бы и поесть этих штук. Так, сыры продолжаются, сыры. О, готовые блюда. Это вот это паэйя, вот это, да? Она мне сейчас сыр дала попробовать вообще, только обалденный. Я не знаю, что за сыр, но очень вкусный. Воняет здесь. Сыром воняет, да? Ага. Так, а это что такое? Какие-то кабачки. В общем, 4 евро стоит. А, килограмм, килограмм этого стоит 16 евро, вот этой еды. А килограмм вот этой еды стоит 8 евро. Не знаю, что тут. А, печенка, что ли, да? Что-то на печенку похоже. Здесь 16 евро стоит. Можно здесь перекусить. Так, это я не знаю, что это курица. А, нет, это рыба же, рыба вроде. Рыба и с мидиями. По крайней мере, эти штучки валяются от мидий, типа. Стоит тоже 16 евро килограмм, 15 евро. Просто пало. Кто там? Так, тут у нас... В общем, вот такие штучки, как видите, 16 евро стоит вот это все килограмм. То есть можно взять порцию, допустим, 100 грамм берешь, 1,6 евро плач. А, вот, 250 грамм 4 евро стоит. То есть такие у них расценки. Так. Вот какой-то... Black tea. Just black. Black tea. It's black tea. Negro. Okay. And it's only black tea and it's the chips. Okay. Perfect. Чисто классический черный чай, да? Отлично. Наконец-таки чай нашли. It's very hard to find this kind of tea in Spain. Yes. Because everything is in bags. Yes. Может, 150 грамм? 200 бери. 150 грамм, ребят. 150, возьму, может быть. Ну, правда, чтобы поменьше таскать. 150 это, ну, в принципе, нормально. Так. Рюкзак слишком не забивался, да. Так, друзья, здесь огромное количество часов, говорю, чаев, как видите. Сейчас возьмем чай хороший, наконец-таки, потому что... Мне нравится пить хороший чай, а дело в том, что эти все пакетики чая, они, я их тоже люблю, но они с красителем, то есть как бы не натуральные, скажем так. И из-за этого я с недавних пор решил пить только вот этот
Если даже в пакетиках, пускай будет в пакетиках, не имеет значения, но лишь бы он был настоящий, хороший чай. Пока у меня это получается, правда, с трудом, потому что иногда чая не бывает. Но по большому счету из-за этого заморачиваться, конечно, не стоит. Сколько стоит чай? 3.10, по-моему. 100 грамм, да? 3 евро 100 грамм. Нормально, получается, это дешевле, чем в том магазине. Там 100 грамм было 5 евро. А там что за чай? А, обычный помню, этот? Помню, который мы нашли, вот этот. А. Yes. It will be good like that now. For now. Is this surprise? Yes. Вот, пожалуйста, 4.15, 150 грамм. Gracias, adiós. Gracias, emigracias. Да, чай добыли мы все-таки. После долгих полос поиска. А вот, это вот эти равиоли, да? А, вот, точно, равиолис. То есть они получаются точно такие же, как пельмени, только итальянские, только да? Ну, внутри там бывает ерунда. Или как вареники, точнее. Это же как вареники или как пельмени? Это вареники. Как пельмени, как вареники, разные. Мне нравится по вкусу. Мне очень нравятся люди на этом базаре. Не очень-очень добрые. Так, что там? А. Я сюда тогда пойду. Так, друзья, пойдем дальше мы. Так, ну эти штучки везде есть. О, термос. А, в принципе, термос уже есть у меня. Такие вот дела, вот такой рынок. На самом деле, красивый рынок. Такой чистый, аккуратный. Называется это рынок нашей черной синьориты, что ли, вот какое-то такое название. И самое интересное, что на этом рынке, видите, супер Дино. То есть тут не только рынок есть сверху, но еще есть магазины. Вот там внизу идут. То есть нижняя часть получается тоже. Ну да. Мы спускаться не будем, но там все понятно. Так, все? Пойдем? Так, друзья, сделаем передышку маленькую. В общем, вот такая маленькая прогулочка по рыночку, цены, явство, кушание, все такое. Находимся в Санта-Крус. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. И сейчас очень красивый вид вам еще покажу. Теперь все.